когда я был молод, обычай славный был. Для новичков тех, кто только что на палубу вступил. Кто хочет на корабль в команду вступить, должен свою ценность доказать и заслужить ее. Своими, вот в чем измерялась разница между ними. Ну а теперь лишь нужно сказать «Пусть у вас» и подкатить с юнцом, причал держас. Вы подарили нас процветание, а ему нужна борьба, которая укрепляет человека. Тяжело победить в бою человека, пределы которого как сила солнечного света. А теперь я вижу команды, которые добычу получают в капитуляции без боя, а затем с вином шлюху обнимают и скучают. Вижу капитанов, которых давно не сложить пора, но они на посту. Их людям так удобно, не натужно. Я вижу упадок везде. Я вернулся назло воронам, чтобы действовать по известным мне канонам. Вернулся потому, что считал, что здесь найду способных людей, достойных стать рядом в моем ряду. Этого ужасного флота.